Вот так приходит домашнее задание, то есть мы его выписываем на листочек. Дочь Анастасии Новиковой Анфиса учится в первом классе. Выполнение домашней работы в целом осталось тем же. Все задания и упражнения в тетради. Сделать от руки, затем сфотографировать, отправить учителю. Для закрепления темы на подмогу приходят электронные ресурсы. Вот тут идет, это ее класс, статистика, кто сколько чего сделал. Вот здесь задание, висит то, что мы не доделали. Анастасия признается, что приходится учиться вместе с дочерью, делать все задания, погружаться в новые темы. Мы не можем донести до ребенка новую тему, потому что мы не учились на педагогов, как мамы. Я преподношу ее по-своему. Естественно, ребенок не всегда меня может понять. Для Татьяны Кокшаровой использование интернет-ресурсов в обучении не в новинку. Но чтобы организовать учебу на удаленке, учителю все же пришлось осваивать новые платформы. Для меня основным инструментом для работы стал Google Class. То есть для каждого класса, с которым я работаю дистанционно, создан специальный курс. И в каждом задании есть определенное содержимое. Пишу краткий комментарий, то есть что, обращаю внимание, что нужно работать прямо по плану. Этот план урока есть, он в виде Google документа. Дети просматривают и по этому плану идут по порядочку, что в каком порядке нужно выполнять. Основам физики Татьяна Александровна сейчас обучает порядка 500 детей. Не у всех есть возможность выйти в интернет, поэтому приходится отдельно готовить задания для таких учеников и увозить в школу. Работы много, но Татьяна Кокшарова не сетует. Уверена, такой формат обучения открыл новые возможности и для учеников, и для учителей. Они сейчас могут больше времени уделить именно тем предметам, которые им нужно сдавать. Потому что остальные предметы, если его не надо сдавать, он быстренько сделал задание, и уже можно больше не отвлекаться на это. Сейчас очень много ресурсов, которые открылись детям, платные ресурсы, а они сейчас открыты для того, чтобы работать на них бесплатно. Другой плюс, я его на себе почувствовала, просто обвал того, что я научилась делать за последние 3 недели. То есть, да, про цифровизацию говорили, я себя считаю неплохим пользователем, в общем-то, достаточно много давно умею делать, опять же, благодаря предыдущему опыту, но я очень много сейчас освоила все равно каких-то новых программ, новых действий, и, если честно, рада этому. Плюс повышение квалификации, потому что непрерывно какие-то вебинары, курсы повышения квалификации дистанционно идут. Я и так раньше это делала несколько раз в год, а сейчас буквально ежедневно вот какие-то занятия сама прохожу для того, чтобы быть полезной своим ребятам. Татьяна Александровна успевает проводить и онлайн-уроки, а для тех, кто будет сдавать экзамен по физике, видеоконсультации. Сейчас вы должны на экране видеть макетную плату. Видно? Кто-нибудь отзовитесь? Да. Все, хорошо. Значит, посмотрите, на этой макетной плате сейчас расположен конденсатор, вот он. Обращаю внимание, что это устройство, которое требует полярного подключения, красным цветом плюс, зеленым минус. Многие родители жалуются на трудности дистанционного обучения. Времени тратится больше и усилий. Бывают сбои в интернете. Да и не кажется компьютером на «ты». Некоторые не могут наладить режим дня и вовремя делать все задания. Кому-то не хватает общения. Психологи уверены, что учеба на удаленке подходит не всем. Другим, наоборот, стало проще. Первая категория, которым показано дистанционное обучение, это так называемые одаренные дети. Я сейчас уже вижу много первоклассников, которые так или иначе первый класс могут преодолеть в другом совершенно формате. Сейчас у них один выход – это семейное обучение. А на самом деле таким образом у них освободится масса времени для тех занятий, которые являются самообразованием для них. Второй формат – это, конечно, вторая категория – это часто и длительно болеющие дети. Чтобы уравнять их в возможностях – это эта категория. А третья категория – это так называемые астеничные дети. Я тоже на приемах часто с ними встречаюсь, они чаще всего приходят от психоневролога. Те, которые интеллектуально сохранны, но на самом деле формат, что я занимаюсь с учениками, которых 30 – и у которых темп урока задан, а мне это сложно. Эти дети сильно утомляются. А четвертый вариант – это, безусловно, наверное, те, которые являются глубокими интровертами. Как таковое нахождение в школе для них бывает часто болезненным. И эти дети, вот будучи дома на дистанционном обучении, могут достичь очень больших результатов в какой-то своей области.
Министерство образования Новосибирской области в середине апреля рекомендовало школам самостоятельно принять решение о конце учебного года, возможно, завершить его досрочно. Начальник управления образования Бердска Жанна Тузова сказала, что это зависит от уровня освоения образовательных программ. Предварительно с коллегами посмотрели, у всех разная ситуация. Она не критична, так скажем, не сильно уходящая вдалеко, но тем не менее она разная. Поэтому мы сейчас, выслушав задачи, которые поставит министр, и понимая, что мы должны в любом случае согласовать с ним сроки окончания учебного года на территории муниципалитета, мы придем к единому мнению. Сегодня губернатор области Андрей Травников объявил, что дистанционное обучение в крупнонаселенных пунктах продолжится до 15 мая.